История предприятия «Тракс» берет свое начало в 2018 году. Именно тогда были арендованы и с нуля созданы производственные помещения. А сегодня это одно из крупных промышленных предприятий городского округа. Здесь на площади 12 тысяч квадратных метров работают более 700 человек. Они занимаются разработкой и производством современного, функционального и энергоэффективного климатического оборудования. Это кондиционер, который был разработан, произведен, выпускается и устанавливается на электропоезда «Ласточка», которые на сегодняшний день, ну, по Москве, вы знаете, МЦК и прочее. Соответственно, это вот тот экспериментальный опытный образец, который у нас остался, который проводит испытания. Это изделие, и мы на сегодняшний день поставляем его в уральские локомотивы. Рядом кондиционер поменьше, и он будет применяться в электробусах. Уже закончены испытания. До конца этого года планируется оснастить около 100 электробусов новыми климатическими системами. Здесь часть труда ручная, вот здесь вот индивидуальная, да, вот на этом участке здесь есть автоматизация. Там у нас на заднем плане стоят станки, которые в автоматическом режиме разматывают провод, отрезают, отжимают. Несмотря на юный возраст, команда предприятия сложилась давно и объединяет в себе высококвалифицированных конструкторов и сотрудников производства, настоящих профессионалов своего дела. Сейчас специалист выполняет электромонтаж системы управления кондиционирования. В среднем эта работа занимает 3 часа. Размещенные на одной площадке производственные цеха и конструкторское бюро создают условия для быстрого обмена информацией, постоянного повышения технологичности и качества оборудования. Автоматизация процессов производства заключается в том, что часть функций регулирования и контроля технологическими комплексами осуществляют не люди, а машины. Это для того, чтобы никакого человеческого ошибки не было, человеческой ошибки не было, для того, чтобы все ускорилось и было качественнее. По словам генерального директора, на предприятии используются высококачественные комплектующие и современные технологии производства. Начиная с 2018 года занимаемся локализацией производства здесь, потому что когда мы начинали в 2018 году, у нас 94% было импортных комплектующих, потому что на территории Российской Федерации даже трубу, которую нужно купить, было тогда. Соответственно, мы программу поставили, и первый компонент, который мы поставили в локализацию, это как раз теплообменное оборудование. Технические решения основаны на глубокой профессиональной экспертизе и понимании мировых машиностроительных трендов. Все это позволяет создавать надежное и конкурентоспособное климатическое оборудование даже под прессингом очередного пакета санкций. Ведется активная работа по поиску элементов комплектующих, которые поставляли нам импортные компании, на наше отечественное. И что скрывать, еще активно работаем с Китайской Народной Республикой. Оборудование у них приходит качественное, хорошее. В планах расширить производственные площади, увеличить штат сотрудников и, в конечном счете, объемы продукции. Перспективы строительства нового завода как раз и обсудили на встрече с администрацией округа.